Виктор Иванович, вы рады, что построили этот мост? Конечно, это же моя мечта была. Да? А скажите, вам, какой мост больше нравится, этот или Рудницкий? Ну, конечно, Рудницкий мост – это работяга. Ага. Он свое уже сколько? Он уже 20 с лишним лет. Замените. Скажите, а где бы вы построили бы еще мост в городе? Ну, во-первых, на Русской остров я бы не там построил мост. Вон где дом белый? Да, вот та сопочка. То есть вон там, да, можно было? Нет, не вот здесь, а вот оттуда, ага. С той вот сопки, ага. И он переходит туда, на то. Во-первых, там высота в полтора раза больше. Ага. В полтора раза больше. И самое главное, не нужно было строить вот этих вот всех этих дорог. И ни в какой воде не должны стоять опоры. А да. Вы как считаете, вот как будет быстрее идти? С Чуркина на центр или с центра на Чуркина? Все равно одинаково. Одинаково, да? Конечно. И последний вопрос. Просто, когда идешь с центра на Чуркин, более угрюмая обстановка – это на Чуркин, потому что Чуркин оставил в психологии каждого, это какой-то там угол, где никогда не меняют квартиры. И вот. Последний вопрос, который, наверное, многих волнует. Скажите, вы больше не пойдете в мэры баллотироваться? Я обязательно должен всегда идти. Это правильно. Хотя бы ради того, даже если меня снимут, но меня не снимут на этот раз, чтобы 15-20 миллионов долларов с моих оппонентов вытащить, чтобы они всем журналистам платили, которые меня мочат, угу. Которые их хвалят, двери ремонтировали, детские площадки делали, крупу разносили ветеранам, фотографии работают, студенты разносят, клеят. Спасибо вам. Это 20 миллионов из их кармана, которые наворовали народу. Спасибо вам большое. Народная молва.